Всем привет, девчонки! И в данном видео мне бы хотелось поделиться с вами данной прической. Эту прическу я сама также очень-очень обожаю и люблю. Делаю ее себе также довольно частенько, либо если я выхожу в какой-нибудь бар, либо в клуб, либо, может быть, даже на какое-то торжество или мероприятие. То есть эта прическа, я считаю, на все случаи жизни, скажем так, в кавычках, да. И если вы заинтересовались, как делать такую прическу, потому что делается она также в два счета, то оставайтесь на связи, желаю вам приятного просмотра. Итак, что мы начинаем делать для данной прически? Для начала мы делаем боковой пробор, который я уже сделала, и начинаем уже, в принципе, заплетать косу. Косу я буду плести французскую, но вы также можете заплести самую любую косу, какую вы можете. Можете сделать объемную косу, то есть закидывая пряди под низ, и тогда у вас получится здесь сбоку объемная коса. Ну, я сделаю это немного полегче и просто начинаю плести косичку. Когда мы доплетаем косу уже примерно до середины головы, я прекращаю подхватывать пряди и заплетаю ее уже просто до конца. И вот что у нас получается. Теперь у нас имеется боковая косичка, и мы теперь начинаем накручивать наши волосы на плойку. В данном случае я буду использовать конусообразную плойку от Remington. Я также могу написать название этой модели под видео. И теперь накручиваем локоны. Локоны я бы посоветовала накручивать в разных формах. То есть, например, либо вы берете локоны немного потолще, либо потоньше. От этого они также принимают разную форму. Они будут лежать либо более мягко, либо в более спиралевидной форме. То есть этим самым вы придадите вашим волосам естественный эффект, и смотрится это более натурально. Итак, начинаем накручивать, что в конечном итоге у нас получается. То есть довольно красивая прическа, делается очень быстро и смотрится, я считаю, замечательно. Все это мы еще в конечном итоге взбрызгиваем лаком для волос, чтобы наши локоны не так быстро у нас упали, осели, хотя это они сделают так и так. Итак. И на этом все. Вот такая у нас получается прическа. Я вам еще раз покажу, как это выглядит сзади. Вот так. И я надеюсь, эта прическа вам понравилась, и вы захотите ее повторить. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока!